Привет, друзья! С вами Рашна Линзука. Давно не виделись. И сегодня мы с вами поиграем еще в одну игру для PlayStation 3. И так она называется Hellboy The Science of Evil. То есть, типа, наука зла. Что-то типа того. Или учение зла. Эта игра не по фильмам, а она что-то какой-то отдельной истории тут идет. Так. Игра довольно редкая. Сейчас ее, наверное, сложно достать на PlayStation. Она выходила аж, по-моему, в 2008 году. У меня даже нет трофеев. Вот, но у меня она оказалась, и сейчас мы ее заценим. Кстати, тут есть мультиплеер. Можно играть вдвоем по сплитскрину или по сети. Но я не уверен, что сеть работает в этой игре, так что навряд ли там можно кого-то найти, с кем поиграть вместе. Так, ну что ж, начинаем. Новая игра. Особо рассказать про эту игру мне нечего, я толком ничего о ней практически не знаю. Как-то она прошла незамеченно в свое время. Выходила, видимо, только на консолях. Насколько я знаю, на PSP тоже какой-то Hellboy выходил. Возможно, порт этой же игры, но я его, если честно, не видел. Знаю, что он есть. Итак, что у нас тут происходит? Лес какой-то. Konami Digital Entertainment Incorporated. Кстати, студия Konami, друзья. Это вам не хухры-мухры. В ассоциации с Revolution Studios. Это вот тут. Presents Acrom Studios Production. No, you don't! Oh, crap. Как-то так резко игра начинается, непонятно. В чем тут сюжет? В чем смысл? Может, сейчас раскроют. Да, друзья, никаких заставок, никакого вступления толком. То есть, вот мы. Идите за воронами, написано. Так, вот тут камеру немного вращаем. Визуально что-то сразу мне напоминает графически Never Dead, тоже от компании Konami. Ну, там, не знаю, как там, кто там разработчик, ну, то есть они, может, издателем такой выступают. Ну, что-то графически похоже. Вот я имею в виду окружение. Тут совсем немножко стиль другой, все-таки тут камера такая. Камера, скорее, как в God of War, наверное, она такая подвижная, но не совсем. Вокруг персонажа мы ее крутить не можем, только немножко смотреть по сторонам. Судя поначалу, это у нас что-то типа битэмапа. Что-то наверху болтается, зелененькое. Так, ну что, сразу не разобьется, что ли, это? Не, что-то не разбивается, видимо, не все можно расколбасить. Ладно, нужно к двери подойти. Так, зажмите R2 и нажимайте квадрат, чтобы расхреначить дверь. Ой, так все попадало, типа что-то какая-то физика, что ли, присутствует. Ну, как в Never Dead, наверное. Возможно, тот же движок, я не знаю. Только там более усовершенствованного. Так, держите R2, чтобы схватить квадрат, чтобы. Ну, короче, подымаем плиту, как в God of War. Ой, а кто это? Ведьма какая-то. О, нифига себе, это что за тварь. Неплохо. Голубой даже напрягаться не пришлось. Кстати, друзья, не знаю, вы, наверное, все смотрели оба фильма по Хеллбою, который снимал Гильермо Дель Торо. По мне, фильмы довольно неплохие. Вторая часть мне даже интереснее показалась, чем первая. Первая там с нацистами связана, Распутин там присутствует. Ну, вообще, как бы Хеллбой — это комиксовый персонаж. Вот, возможно, игра сделана именно по комиксам. Вот. Ну, кто смотрел фильмы,
Пишите в комментариях, как вам они. Что вам больше нравится. А кто не знает, Гильермо Дель Торо — это режиссер, который вот из последних фильмов это «Тихоокеанский рубеж» он снял. Ну, это, наверное, один из самых слабых его фильмов, я так думаю. Так, жмите R2, чтобы хватать мелких врагов. Отпускаем. Держим и отпускаем R2, чтобы бросить. Так, крестик. Короче, их можно, видимо, колбасить. Это неудачно. Где он? Где он? Иди сюда! Иди сюда! Его можно пнуть. Неплохо. Так, еще один. Так, а что можно как-нибудь еще по-другому? Это странно, что не было какой-то предыстории. Зачем он сюда пришел? Что он здесь искал? Не очень понятно. Ну ладно. Может быть, по ходу игры нам что-то станет понятно. О, можно выломать. А, можно и драться этой арматуриной. Понятно, квадрат быстрой атаки. Но вообще реально, похоже, что это битэмап, как Duke God of War. Только такой Hellboy, он такой более неповоротливый, наверное, чем Кратос. Ну, может, более мощный. А, поиграем в дьявольский футбол. Для 2008 года игра выглядит не совсем ужасно, я бы сказал. Не сказать, что супер, но и неплохо. Вспоминается еще игра Castlevania, которая тоже от студии Konami, Lords of Shadows. Там тоже какие-то враги были похожи, там швырять тоже можно было, особенно со взрывчаткой, там какие-то кролики там были. Я ее не проходил, но немножко играл начало игры. Не осилил ее за время. Такие игры на английском языке сложновато проходить. Ну что, нам можно уже дальше идти? Это, конечно, они зря придумали, что каждый раз вот такие движения писать, это может немножко надоесть. He should not wander, just depart. But I just got here. You know, I'm starting to get the feeling you're avoiding me. He avoids himself, not she. Yeah, you. You're not all that subtle, lady. You might get away with ransacking one or two occult collections, but seven kind of grabs our attention. And what you left behind wasn't exactly a thank you note. She takes, but always gives. Nice. Real stocking fillers. Thrilled everyone to death. But this is where we stop this fun little chase. I'm out of breath, and you're out of time. Now don't you go getting any ideas. He does not do it. I wouldn't. Are you trying to make me look bad? Так, ну что ж, наконец-то он нас достал свой коронный ствол. Стрелять кнопочкой L2. Угу. Кстати, что-то у нас с субтитрами-то. Включили. Ну, вроде я включил вначале, но почему-то они не сохранились. Было бы проще прочитать хотя бы, что, о чем они там говорят. Так, теперь вот вместо вращения камеры, теперь вращение прицела. Очень странное, честно, управление. Можно поднять-то что-нибудь из этого? О, да, можно, смотрите-ка. Ну и можно и швырнуть, иногда по башке надо просто настучать, можно над грубием. На! Так, что тут с деревьями надо делать? Опять поднять? Так. Use R to select specific targets for shooting in roving. Так.
Что это имеется в виду, не знаю. Ну, короче, мы вот вращаем и стреляем. Не очень, честно говоря, удобно так стрелять. Как-то странновато это все это сделано, реализовано. Ну вот у них и Neverdead тоже. Хотя, может, разные студии делали, но кроме не сдавали, но там тоже было не очень, скажем так, хорошее управление, странновато. Так, что там, надо что-то уничтожить. Так, враги начали появляться. И что это за хрень? Так, они тоже зеленую хрень какую-то издают. Может быть, нужно их туда швырять? Да, видимо, это нужно. А, все, один раз швырнули, все. Отлично. Ой! Какая-то взрывчатка у этих врагов, вот она взорвалась, отлетела. Так, опять тут что-то закрыто духами, и опять всех колбасить. Слишком с мощной энергией нажми кружок, чтобы instantly finish a grapple. А, ну короче, чтобы прикончить захваченного врага. А что за энергия-то, какая имеется в виду энергия? Как понять, что ее достаточно, я, честно говоря, что-то... Вот тут слева у нас сверху вот это, видимо, жизнь, и энергия может быть синяя. Сейчас попробую схватить кого-нибудь. Ну-ка. Да. Так, и нужно вот сюда швырнуть. Все, что зеленое, нужно уничтожать, видимо, самими врагами. Так, сейчас у нас синий неполный. Значит, наверное, сейчас мы его схватить. А, нет, вроде получилось. Какая энергия имеется в виду? А, что я сделал? Да блин, надо в могилу в эту стрелять, кидать их. А у меня автоприцел в самих врагов целится. Вместо этого. Давай, давай. О, вот, это сейчас уже чего-то он не хочет. Ну да, вот, видимо, синие сферы мне помогают. Ну-ка, сейчас. Нет. Надо его завалить, короче, да? То, что не убиваешься, ты, гад. О, синенькая сфера. Во, да, прибавилась энергия. Сколько ей нужно, чтобы можно было их рвать? Нет. Все-таки целую. Давай целую накопим. И будем их рвать. Так, ну ты там где спрятался-то? Все, почти целое. Сейчас еще одного гасанем. Ой, а что-то мне энергия какой-то улетела. Улетучилась. Ну что такое-то? Давай, убивай его. Во! О, наконец. Блин, еще одна могила появилась. Ну сколько же это этим мучиться надо? Ну вот. Иди сюда, ты мне нужен. Ну вот не получается. Вроде и синяя энергия полная. Что-то не очень. Какая энергия имеется в виду? Чтобы их хватать. Или наоборот ее надо. Чтобы она пустая была. О, сейчас вот пустая была практически. Ну куда ж ты, блин, автоприцел сраный? Не попал в могилу. Так. А, там две точки еще под полосой. То есть, наверное, надо, чтобы первая точка заполнилась. Скорее всего, так. Сейчас посмотрим. Берется полоса, точка появится, значит, наверное, подумал то, что, короче, что у нас кончилось, а на самом деле просто заполнилась первая полоска, открылась вторая. Все, наверное, покрушить. Ну, сучка.
медленно восполняется из-за этих. Где этот урод? Точно, вот. Точка появилась. Значит, первая полоса заполнена. Я сейчас могу его хватать и рвать на части. Да, точно. Есть, все. Теперь понятно. Я просто, как всегда, невнимательный. Блин, как медленно пистолет перезаряжается. О, тут патроны. Еще одна могила, ну вы издеваетесь, а? Давай, чувак, уже твоя голова. Так, сейчас только чтобы мне никто не мешал. Вот так вот. Сдохните, твари! Отправляйтесь обратно в преисподнюю, откуда вы и взялись! В нее, а не в этих уродов. Ну что такое? Что это такое? Нажмите квадрат. Что-то какие-то слеза Ганнибала. Нам сейчас не для... А, он меня схватил, гад. Ну, засранец. О, ну кто хочет топора? Все, ты последний у нас. Я надеюсь. Так, 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 так. Ну блин, ну вы достали. Решаются под ногами твари. Так, ну, ну, да! Достали, сволочи! Ну, отлично. Осталось, наверное, их добить и все рассеется. Говно. Наконец-то. Да, не люблю игры, где геймплей затянут вот такой вот фигней. Ну, будем надеяться, дальше будет поинтереснее. Так, зажмите R2, чтобы поднять объект. Копье какое-то нам показали. Что он нам даст, это копье? Ой, что тут за хрени летают? Или это та ведьма? Или кто там? Зачем мы взяли это копье? О! Победите ведьму! Сзади, ведьма! Бросай взрывающиеся головы и другие объекты в ведьму, чтобы ее победить. Так, где эта ведьма-то? Может, я ее уже победил? Да блин, этот урод вцепился! Где ведьма-то? Сдохла, что ли, уже? На! Этих уродов все больше и больше, а ведьму я не вижу. Скорее всего, она сдох. Все, значит, точно сдох.
зайти посмотреть, что тут в склепе. Или что это у нас? Склеп, по идее. Ой-ой-ой, ничего не видно. Патроны. Все, патрончики взяли, да, или нет? 40. Все, это максималка, видимо. Ох, кто-то за нами методично закрыл двери. Через ворота. Ну, нифига себе, оборотни. Ну, точно, Кастельвания, блин. Найди выход. Опа. А вот и выход. Только он почему-то закрылся. Не доставай, что? Если у тебя нет пароля, то ты не пройдешь, не трать все время. Well, у меня есть это. Это не откроет, типа. Cursed, sure. Тут, типа проклятие висит. Look, I need to get in there, and you're gonna let me. Слушай, мне нужно войти, ты меня впустишь. Поговори с хранителем врат, и он тебе скажет пароль. Короче, надо искать какого-то хранителя врат, чтобы он нам пароль дал. И... О, ворота открылись. Ну, опять уроды. Поехали. Ты что там меня кидаешь? Да, ну ладно, пойдем попробуем смотреть, что в этом клипе. О, скелет. Hey, you're the gatekeeper. Эй, ты хранитель врат. Once? Когда-то well, был им. Maybe you can give me the password to the gate. Может, ты дашь мне пароль от ворот, чтобы выйти отсюда? The gate stays closed. Врата останутся открытыми, я закрытыми, я останусь здесь. Right, I gotta get through. Слушай, мне нужно пройти. Только не без моей жены. Что-то она тут была похоронена. Короче, надо его жену где-то найти. Let's see what I can do. To break the bindings, you must channel your strength through the charm I keep in this crypt. Open my wife's tomb beneath the flightless angel, and the password is yours. Yeah, like it's gonna be that simple. Так, что-то какие-то написано, например, какие-то магические патроны. Так, это они, что ли? L1 поменять. А ну вот, 7 патронов всего. Я так полагаю, эти патроны для снятия заклятия, которые вот на этих вот могилах тут находятся. Так. Да, точно. Так, сейчас теперь надо ее скрыть. Видимо, в одной из этих могил его жена покоится. Это явно не она. Пойдем искать дальше. Где-то еще мимо проходили светилцы. Блин, наверное, врагов-то куча. Держите L3 и R3, чтобы активировать Hell Fury. С 2 единицами энергии. А, когда два синих кружочка у нас образуются, можно будет ярость такую адскую включить. Ну и чё, врагов-то особо нет. Ну, давайте включим. Блин, чё-то как-то не очень работает эта ярость. Сразу что-то все отрубилось. Кажется, там ярость была как-то помощнее. Буду всех кромсать просто. Блин, очень много мелких этих врагов, конечно, это напрягает. А еще в меня вцепился яд. Надо патроны поменять.
не тратить на них нужные патроны нам. Так, вон там еще один гроб я вижу. Так, а тут еще один склеп. Надо бы его проверить. Патрончики, копье. Что там за уродцы опять скачут? Так. Блин. А что-то взорвалось. Так, ладно, открываем. Okay, there you go. А вот и ты типа. You have our thanks. The word is yours. Yeah, but what about the... Oh. Все, можно вернуться к вратам. А вот он про какого-то ангела говорят, то есть вот этот ангел рядом с могилой. Так, а там какой-то он еще гроб, я вижу. Надо его, наверное, тоже опустошить. Может, там что-то интересное будет. Хотя я сомневаюсь, что там прям что-то интересное. Враги понабежали. Давайте, мешайте мне тут. А, вот тут патроны. Так, что-то я куда-то съехал. Мне патронов набрать. Что там за бочки? Еще какой-то гроб, что ли, или что? Нет, он не хочет открываться. Патроны для обычного пистолета. Точнее, обычные патроны для нашего пистолета. Блин, еще враг один остался. На тебе. Блин, как он медленно перезаряжается. Это хреново, конечно. Хотелось бы быстрее со всем этим разбираться. Может, потом будут какие-то... Тут, смотрите. Еще 4 вида патронов, видимо, откроются по ходу игры. И там уже... Может быть, что-то поскорострельнее. Так, надо еще отсюда свалить. Где-то выход-то, блин, я уж потерялся тут. Когда камера такая вот... Ориентироваться сложнее в пространстве. Так, вот какие-то закрытые ворота. Может, вообще не стоит на мелких врагов внимания обращать сейчас. So, the gatekeeper says thanks. That's what I was. Хранитель врат сказал спасибо. Это правильный пароль. Какие-то записки, видимо, открываются. Какие-то куски мы собираем, и у нас типа энергия увеличивается, что ли, или что. Так, кстати, черт, ничего не ломаем. Хотя у нас вообще-то энергия полная. Там ничего не дает. Тут что-то какой-то бедлам. Ой! Так, где тут что-то зеленое светится? А, туда же можно было стрелять. Блин, привязался, гад. Так, стоп. Это патроны заклятия, в принципе. Они должны помочь. Вот так вы меня достали, уроды! И убьют сейчас. Чуть меньше половины осталось. Так, что с патронами? 7 штук есть.
Иди вон. Да, вот иди. А, ну все, завалили всех. Да, ничего такого я тут особо это и не ожидал увидеть. Здесь, наверное, тоже, но все-таки расколопасим. Идем дальше. Что тут нас ждет? Найти выход, все так же найти выход. Ой, кто это? Опять вылетел. Что тут такое у нас? Эти цветочные патроны. Ой. Идем дальше и ищем выход. Что это? Что происходит? О, какие-то другие появились враги. Что за муравей? Так, ну-ка я злость сейчас включу. Что-то за злость вообще, не знаю, она быстро так кончается. Зачем было делать такую злость, которая не успевает толком ничего сделать? Патроны включить обычные, пожалуй. Да ты достал, урод! Он не хватается. Ну бьют сейчас нафиг же. Тупое управление. Я умираю, ребята. Я умираю. А жизнь-то останавливается как-нибудь, нет? По-моему, я сдох уже почти. Давай, давай, давай. Бежим! Но перезаряжайте сраный пистолет свой. Блин! Тут геморрой-то. Да. И что дальше? Что теперь? Так, встаем. Быстренько нажимайте треугольник, чтобы подняться. Нажимаем. Пошли дальше. Да, затяжная игра. Блин, все заново проходить, что ли? Вы издеваетесь? Это подстава. Сейчас тупо всех валим. Даже не паримся ни о чем. Блин. Да, управление, блин. Надо было кому-то руки оторвать за это. Ай, патроны у нас полные. Даже не пойду в склеп, там делать нечего. Опять мы ищем выход, мы опять ищем выход. Короче, сейчас всех валим, просто валим. Он как будто ими управляет, что ли, я не пойму. Блин, ну вот это вот, ой, уже двое.
Ты сука! О, что-то бомбануло. О, нихера себе. Ну идите все отсюда, мелочь пузатая. Наверное, полезнее их друг к другу бросать. Пинать, точнее. Кто хочет копьем получить? Готово. Ну еще, и ну конечно же, даже без этого. Что тут камера не хочет поворачивать дальше, пока что дальше находится. Ой-ой-ой, сколько у вас тут опять, а? Опять с жизнями проблема, друзья. Взорвется еще. Да что такое? Срочно ломать дверь! Давай! А! Куда-то вниз провалились. Хоть полезный склеп, что-то оказалось. Хм, жизни установили, смотрите-ка, друзья, сами собой. Цветочки. Так, а что тут, дверь какая-то? Так, а что-то она не хочет открываться. Так, а что тут тогда может быть такое интересное? Вот тут стена какая-то как будто проломана, может ее можно... раздолбать. О. Давай! Хеллбойчик. Так. Тут все в заклятиях. Надо срочно снимать эти заклятия. Вау, вылетела какая-то хрень опять. Так долго было показывать эти ворота. Еще какой-то дневник, еще что-то там, короче, непонятное нам дали. Идем отсюда. Так понял, что перед нами ворота, которые она открыла. Ой, ой, все больше. Ой, оборотни тут. Кстати, почему-то с оборотнями мы до сих пор еще не бились. С кого-нибудь швырнем. О, вот в этого придурка. Надя, сука. Совсем что-то они взбесились, уже что-то убрать немного стало. Он здесь, кстати, не ломается. Или ломается. Не. Ладно, пошли устроим им сейчас. Больше и больше.
что ты тут разбегалась, тварь? Ты, конечно, она. Оно. Ты кто это, я не знаю. А что, все волки сейчас стоят, орут, орут, а сами не нападают. Приказывают вот этим сложкам нападать. Ты еще жив? Сейчас исправим. Ой-ой-ой, все их больше и больше становится. О, нифига себе. Так, они не хватаются. Хорошо, хоть нападают по очереди. Ах ты. Надя. На. Ух ты, тварь. Жалко, нет серебряных пуль. Серебряных пуль. Нифига себе, бревнышко взяли. Такие фишки мне нравятся в играх. Нам можно что-то брать. Какой-то завал. Чего она упала? Еще волчок, иди сюда. Вроде сдох. Давайте даже заходить уже не хочется. Все, одно и то же патроны, как правило, лежат. Сейчас посмотрим, может, какие-то артефакты. Ничего полезного. Пойдем сейчас кого-нибудь бочкой швырнет она, что ли. А, сюда. И кто-то копей. Ну вам-то что нужно, а? Шелупонь. Кто-то еще и... А, вон еще спускается, блин, нахрен. О, уроды! Идите сюда! Себя заскулил. Как последняя сучка. Мы сюжетного момента туда дойдем или нет? Ну что-то как-то лабище уже надоело, если честно. Порядком. Да, конца и края ему не видно. А, взрывается, суки. Опять всех валить. Что? А вон там опять пелена. Тоже не закроется, пока мы опять всех не завалим. Как я это не люблю, а?
жив. Иди сюда. Я помогу сдохнуть. Он еще и проваливается. Опа. Типы повлезали. Лучше бы ты сидел там, где сидел. Было бы лучше всем нам. Мне не напрягаться и тебе по морде не получать. О, урода, ну идите сюда. Кто-то еще жив, наверное, да, раз не рассасывается этот туман. Ну, вылезайте, твари, мне надо с вами побыстрее распрощаться. Надеюсь, там никто в текстурах не застрял. Никого не вижу. Куда все делись? Куда все рассосались? Кто жив? А, вот. Еще по. Набежали, сволочи. Пока все кладбище тут не очистишь. Так, что-то стихло, наверное, все рассосалось. Фу, что ж, можно идти. Да, тумана не видно. Это радует. А, еще туман, ну вы издеваетесь. Что это за херня болтается? Я зол, я очень зол, так мы ярость. Тьма летит. Тьма летит. Так, вот вы. Так, где, куда она делась? Надо, видимо, валить. Ой! На, ой, на нее не действует. Надо собрать патронов таких еще тогда.
что если брать вот эти вот в нее кидать? Блин, они не берутся. Взрываются. Патроны кончились. На! Ой. Куда ж ты кидаешь-то? Быстро перемещается, зараза, я не успеваю в нее попасть. Собрать она еще. Блин. Так, ты что в нее не целишь? Тварь. Тело. Отлично. Меня запарили, а? Блюдистые монстры. Заедливые монстры. Ай, отвали! Так, надо подсобрать еще этих цветочных патронов. Что за бочки болтаются, непонятно. Это пещера. Ух ты! Высоко прыгаем. Опять очистить надо. Все миссии складываются к одному и тому же. Очистить все от врагов. А врагов здесь немало. Даже слишком немало. Ну, колонну расхерачиваем. Конец. Hey, how do I get out of here? Эй, как мне выйти отсюда? Thanks for nothing. Спасибо за ничто. Well, good morning, sunshine. Доброе утро, солнышко. Insolent beast.
какой-то зверь. Покажи респект Волдеру, великому воину-королю. Извини, я тебя не узнал. Я не спрашивал твоих извинений. Good for you. You are young and insolent, but your power is terrible and to be admired. It almost brings warmth to my cold and ancient home. Твоя сила принесла тепло в моё холодное жилище. About a way out. Как насчёт отсюда выйти? Let me not hinder your wrath. А вот он убрал типа камень. Thanks. Спасибо. Сюда описание этого короля опять. Было бы на русском, почитали бы, а так разбираться что-то как-то совсем не хочется. Great. Отлично. Bells. Колокола. That's always good. Это всегда хорошо. What? Что? А кто это его там? Карпатские горы, Румыния, 2007 год. Так, в общем, друзья, Хеллбой упал на дно обрыва. Короче, его сбросил какой-то человек в маске. Пошел за ним, что-то типа того. В общем, на этом этот этап завершился. Он довольно длинный и такой замученный, друзья. На этом мы завершаем видео по этой игре. Оставляйте ваши комментарии, подкрепляйте лайками, если вам было интересно. Если вы захотите увидеть продолжение, то, конечно же, пишите. Но пока продолжение я как бы не планирую. Это уже в том случае, если вам действительно его захочется увидеть. Ну, а с вами был Рашна Ридзука. До новых встреч!